сил моих больше нет. Блять, вы что, охуели? Сука, обзоры на снес. Надо, бля, купить надувную бабу, хотя нахуй не нужна. С дворецкого, бля, в кадре никто быть не может. И сейчас будет то, от чего многие охуеют, и в частности я. Склейки плоховаты, типа щелчок идет каждый раз. Потому что я сейчас откуплю, бля, свой хелик. Хайпл, ёпт. Новый Корвус под названием Брутал. Целая пачка, блядь. Целый блок, блядь, Корвуса. Корвус Брутал. Охуенная туба. Заебись, фалос. Если бы я был бы тёлкой и увидел, блядь, эту пачку, блядь, Корвуса Бруталом, я бы захотела вставить себе это в одно место, блядь. И чтобы меня кто-нибудь, блядь, профистинговал. Да я сейчас могу любую бабу, блядь, этой тубой, блядь, профистинговать. Да уж, блядь. Я себе уже разложил вот там кровать, потому что здесь, в новом Корвусе Брутале, блядь. Внимание, 68 миллиграмм никотина, блядь. Вы нихуя не ослышались. 60 ёбаных грамм. Поэтому я разложил себе кровать, чтобы когда я заложу, блядь, пакетик, а сейчас я его заложу под губу, нового Корвуса Брутала. У меня нет гроба. Если был бы гроб, приготовил бы, блядь, ебаный гроб. И уже сложил, блядь, вот так руки. Потому что здесь столько никотина, что каждому из вас, нахуй, блядь, глаз из орбит, блядь, достаточно будет, чтобы вы выкатили, нахуй. Сомнительный кек, не знаю, мне кажется, если с друзьями может сидеть тупить, то это забавно, но мне такое. Самое большое, что я пробовал, блядь, 55 грамм никотина. Когда я заложил снюс с 55 граммами никотина, моей психике и нервной системе, блядь, пришел пиздец. Напоминаю, блядь, Корвус и любой снюс на моем канале, блядь, полностью, абсолютно, блядь, легален и разрешен, блядь, в Российской, блядь, Федерации. От 55 грамм никотина в другом снюсе, который я пробовал, я просто так высадился, блядь. Я блевал. Я хотел снять эту, блядь, блевотротину. Блядь, боюсь, нахуй. Я боюсь, пацаны, что мне сейчас предстоит, блядь, на себя пробовать, блядь. Это самый, блядь, мать его, мощный снюс. Это новый Корвус, блядь, Брутал. Я до этого уже дегустировал, блядь, Корвус. Красный, блядь, мать его, Корвус. Но это новый. Самый, походу, мощный, блядь, снюс, который, блядь... Типа слово, блядь, звучит прям чаще, чем все остальные. Сейчас есть, блядь. Чем вообще что-то. На рынке. И у меня, блядь, его целый, блядь, блок, нахуй. Никакая тёлка, блядь, не справится с таким количеством, блядь, никак. А, я ж просил не смешное, ну да. Я уже подозреваю, как он будет, блядь, жечь. Блядь, я не могу на это просто смотреть. Я не могу поверить, блядь, что здесь написано. Корвус Брутал. 68 грамм никотина. Откупорим ебаную кубышку. Очень удобно поставляется, блядь. Для заказов охуенно, блядь, если вы заказываете. Все ссылки, все контакты, блядь, внизу под видео, блядь. Калик на этом, блядь, стоит. Корвус Брутал. Самый мощный, блядь, на рынке. Так откупорим, блядь, ебаную, пацаны, кубышку и посмотрим же на меня, что со мной, блядь, будет. 68 грамм, блядь, да это почти 70 грамм, ёптва мать, чуть ли не вдвое больше. Откупорим же, блядь, ебаную, блядь, кубышку, нахуй. И достанем, блядь, Корвус Брутал. Достанем шайбу Корвуса Брутала, блядь. На запах без открывания, парни, блядь. Уже чувствую мяту. Мята, походу, здесь по самые яйца, по самые не балуйся, блядь. Special Edition, блядь. Производители идут все дальше и дальше, пацаны, блядь. Корвус в переводе, походу, это, блядь, ворона. Это черный, блядь, как могила, сука. Все мое почтение. Все, надо спать. Потом Ведьмак 3. Благодарю, и спасибо. Запись нового кавера. Всем, кто ложится спать, спокойного сна. Чаще, чем блядь, звучит только буква Р. Да-да-да, спасибо. Всем, кто ложится спать, спокойного сна. Только могилы, блядь, отдают. Да и тащат, блядь, могилы. Посмотрим место для вторяка, парни. Заебись, блядь, АСМР, нахуй. Место для вторичка, блядь, присутствует. И походу он будет не нужен, потому что сейчас я заложу, блядь, и мне придет, блядь, полная пизда. На дизайн, нахуй. Дизайн вообще пизда, блядь. Посмотрите, как переливается, нахуй, блядь. Вот ничмурной дизайн, блядь. Ничего лишнего, нахуй. Это хит. Знали бы вы мне, обвалили всю почту. Корвус Брутал, Корвус Брутал, попробуй ты. Блин, вот ну так вот подпекает Пукич, что он ПНГ не обрезал. Высадишься, блядь. Они специально так делают, блядь. Потому что знают, как меня снюс, блядь, быстро торкает нахуй. Они понимают, что если я заложу, блядь, 68 грамм никотина, блядь, мне придет, блядь, полная пизда. Да тут, блядь, 7 звезд. Ребят, ментол, 7, мать его, звезд. Смотри, как, блядь, переливается. Ворона охуенная. А ворона хитрая, блядь, понимает, что будет пизда, блядь. Так, где беременная телка есть. Мне нравится беременная матка, блядь. Видите, нарисовали беременную опять, нахуй. Чё? Какую нахуй беременную, ёпта. Если, блядь, беременная матка будет принимать такой корпус, нахуй, она просто перевернется, блядь, у него все в животе, бля, он, блядь, выкидыш, нахуй, будет. Сейчас в конце ролика, во-первых, будет флекс, перед тем, как закидывать охуительный Корвус, новый шмот, обещал хайп, есть, Сафу пришла, новая шмотка, блядь, тварь, раздвигай ноги, блядь, скотина, сука, буду тебя ебать, блядь, бледина, нахуй, сука, блядь, без гандона, блядь. Чё, охуели, ёпта, белая фила, ёбаный рот, блядь, фила охуенно под флекс, откуприм, нахуй, какая здесь хуета, блядь, арик, нахуй, посмотрите, фила, пряжка здесь сзади заебатая, вы фила, нахуй, посмотрите, какая охуенная, ох, ебать, флекс сейчас будет, нахуй, чё, заебись, блядь, фила, ёпта.
Меня радует, что его очень дохуя у меня. О. Филадельфию захотелось в ролл вточить. Заебись, шайба нахуй. Рандомно выбираем, блядь. 4 корпуса под филу, блядь. По дизайну 200 баллов. Поместить пакетик под верхнюю губу. Я пробовал этот отстой. От него только годить охоте похлеще кофе с сигареткой утром. Бля, пиздец. Не, меня посрать пробивает жестко с этого, с энергетиков, блядь. Прям пиздец, да. Прям сразу хуяк и пошла. Не глотать, лично. Не глотать, а я хотел проглотить. Слюни если глотать, блевать будешь. Состав, листья, перечная мята. О, да ладно, блядь. В натуре, что ли, настоящий ароматизатор, блядь? Уже вообще респект, химии вообще нет. Обогащенная соль, ионизированная вода. Ну нихуя себе. Владивостоку мое почтение. Вода с ионами, пищевые добавки, никотин выше степени очистки. Значит, блядь, он еще сильнее, блядь, будет впитываться. Блядь, ладно, быстрее бы, сука, пройти через это. Я не знаю, кто это будет закидывать, но это для самых стойких пацанов. Реально, Калина, блядь. Ням-ням-ням. Курящим пацанам. А сейчас проверю, блядь, на смолы. Смол здесь нет, блядь. Откупаем, пацаны, кубышку. Тикает, нет? О! Тикает, блядь. Нихуя, блядь, свет, яд, блядь. Ёбаный вот. Блядь, прошибает мозга, нахуй. Ебись она конем, бля, мозги. Как прошибает мятый ментоз. Столько, блядь, прошибает уже мозги. Походу уже закидываться нахуй не надо. Как Вицин, блядь, актер в фильме. Водочку понюхал. И уже нахуй бухой. Так же я здесь, блядь, понюхал. И уже никотином передознулся. 68. Я не знаю, если будете в комментах писать. Ларецко, слабак, я закидываю на 2 минуты. Корвус, блядь, 68, нахуй. На 2 минуты? Ты не охуел, братан, нахуй. За дизайн 200 миллионов баллов, блядь. Тёлочки поведутся, блядь, как сороки, нахуй. Ведутся бабы, блядь, на все блестяще. Просто убийственная, пацаны, штука, блядь, самое сильное, что я, блядь, пробовал, блядь. Сильнее, походу, еще на рынке, блядь, нихуя нет. Так, блядь, перекрещусь, нахуй, блядь, и очищу, блядь, рецептор перед закидыванием, блядь, пизду, я ебалую. Открываю, нахуй. Ёб твою мать. Цвет, смотри, какой едко зеленый. Знаете, почему зеленый? Перечной мятой за это такой, блядь, есть зеленый цвет, блядь. Довольно увесистая коробка, блядь. Мокрый, не? Мокренькие, пацаны, мокренькие. Блядь. Это вообще заебись, блядь. Никотин вообще моментально будет питаться. Ладно, блядь, беру, нахуй. Быстрее бы через это, пацаны, пройти, блядь. Ху, блядь. Болевать приготовил, нахуй. Отслюни, давай, давай очищаю, нахуй, ротовую полость и постараюсь не глотать. И слюни выделяются усиленно, когда сню здесь, блядь. Просто, блядь, все нахуй выжимаю. Все, выжил нахуй. Нихуя здесь нет. Посмотрим, что внутри, блядь. Перечная мята, блядь. Что не день, пиздень. На разрыв. О, бля, нихуя. Как у тебя на работе? Да полная пизда. На пакетике вообще охуенно. Один раз крутые, нахуй, парни. Пизда, нахуй, сколько мне писали по поводу этого снюса, бля, правее, бля, набито заебись. А я вижу даже, блядь, мяты. Листья перечной мяты прям отсюда даже видно. Вон они, блядь, листья перечной мяты. За это вообще лайк. Ну, сейчас на моих руликсах, блядь, время, нахуй, остановится от такого количества, блядь, никотина. Фу, бля, беру, нахуй. Давайте, блядь, ебашим, нахуй. Хочется еще раз перекреститься, хоть я уже перекрестился, блядь, самый сильный снюс. Сейчас Адидас, нахуй, так, и перевернется. О. Все, закинул. Закинул, Таня. Все. Блядь, сразу же пошел жечь. О, бля, ебать, его в рот, нихуя. Чего, охуели, что ёбаный рот, нихуя, жжет сильно, блядь, видимо, действительно там. Да, потом, короче, такие вот чувачки Моргенштерна и слушают. Да хуя, блядь, вот это, ну, блядь, только сода, нахуй, из-за которого впитывается никотин, блядь, в десну. Ёб твою мать, нихуя содит, ёб, я присел на подогрев, блядь, пизду, блядь, я ебал её в качели, нахуй, пизда, нахуй, не могу сидеть, блядь, всё, блядь, никотин уже начинает по крови ебашить, блядь, сильно жжёт, блядь, во рту распространилась, блядь, мята вот эта вот, приятно, что перечная мята, ой, блядь, а, блядь, вы чё охуели, вторяк, блядь. Фу, блядь, это пиздец, пацаны, блядь. Никотин действительно охуенный на очистке, блядь. А зачем нихуя он ее отложил туда, чё за хуйня? Ёб твою мать, блядь. Сколько прошло времени, посмотрите, блядь. Минута, что ли, сколько держал? Минута, что ли, блядь. Нихуя, корпус, блядь. А, прямо там язык. Ну, я все-таки думаю, Моргенштерн больше кал. Где вот, где, блядь, с ним стоял, нахуй, все же. Хотя я тебя не знаю, ну, тут такое, то есть, блядь. Может, я что-то не понимаю в этой жизни. Жжет нахуй. Быстрее, вода, где. Выбирая из двух зол, я предпочту не выбирать. Блять, нихуя, ёб мутит, блять. Нихуя себе, самый сильный спирт, который вообще пробовал, блять. Ребят, тут просто, блять, количество никотина просто, блять, блять, зашкаливает. Его просто не. Да хуя, его через жопу. Вот это действительно, теперь я верю, что количество никотина убивает. Пусть пласкать, блять, никотин все равно хуя. Я все сказал. Блять, пропускает все, сука, засрал все, ёб, смотрите.
Слюни потекли все, блядь, все засрал нахуй. Сука, как я здесь ходить-то буду? Ёбаный рот, фу, блядь, главное попласкал, мне похуй, что засрал здесь весь пол, блядь, и все в говне нахуй. Фу, сарай, блядь, ебать, блядь, как холостяцкая нора, блядь. Бля, нихуя кроет, ёпта, вы чё охуели, блядь, правильно, блядь, писали нахуй. Мысли заплетаются, блядь, опять расслабило, всё, очку даже расслабило, всё расслабляет. Путаются мысли, блядь, никотин от этого снюса, блядь, корпуса нахуй. Впитывается вообще моментально, блядь, моментально в море идёшь нахуй, на утопление, блядь. Я ещё хотел сейчас Ну, типа, вот этот табор уходит в небо, это настолько тупо, блядь, настолько прям вот... до абсурда просто нелепо, что смешно, и оно вызывает... Вау, спасибо огромнейшее! Там, где не работа, какая простая мечта у меня. Как определить латентного гея? Ему плохо слышно вокал в первой версии блядского цирка. Спасибо огромное за донат, спасибо. Я это прямо опубликую, твой донат за скриню, в МВПД прям брошу. Спасибо большое. Приятно очень, спасибо. Так вот, как бы этот он вызывает Каспийский груз вызывает смех. То есть они типа настолько нелепые, вот, что очень смешные. Моргенштерн смех не вызывает. Он вызывает как бы, блять, вот, ну, досаду, типа, пиздец, господи, боже мой. Поэтому я все-таки, наверное, лично для меня Моргенштерн. Передёргивать, ребят, блядь, я где-то услышал, что не пробовал еще этого под снюсом, заебись, как снюс, блядь, передёргивать. Типа вдвойне кайф. В следующем ролике я попытаюсь, блядь, передёрнуть, блядь, какой-то снюс у меня, если будет на обзоре, блядь, нихуя крой. Короче говоря, моментально никотин этот впитывается, блядь. Вот сразу закинул, блядь, прошло где-то, блядь, где-то полминуты. Сколько там прошло, я хуй его знает. И все, и у тебя уже нахуй. Табор уходит в anal. Я fistin ass даже там, где я не был. Что-нибудь такое, типа. Было бы пару слэйс. Бля, у меня было Моисей. Пару слэйс. Я ваш большой фанат. Здравствуйте, Моисей. Я ваш большой фанат. Блин. Что-то, типа... На помощь, петухи! Блин, что творится? Спасибо, Nightmare Outside. На спасибо помощь! Большое. Спасибо. Ну и наконец стрима. На запись видос, который наконец. Мы все так ждали, https://www.youtube.com/. Здорово, блин, огромное спасибо. www.youtube.com/. Да, спасибо. Блин, большой фанат. Переслушал все ваши песни про сортиры и зад, и особенно. А что вы там курите? Это очень смешно. Знаю все ваши песни про сортиры и зад, и особенно про говно. Хотел бы показать вам мою новую песню. Корова пожирает картошку. Корова пожирает картошку. Перебос просто сшибает нахуй. Просто лошадь. Корова бьет, пожирает нахуй. Картошку. Мамонта, блядь, сумки нахуй. В следующий раз буду брать, блядь, из ванной таз, блядь, чтобы блевотротить. Фу, блядь, нихуя, вы еще, пацаны, охуели? Кто там жаловался? В снюсах, блядь, недостаточно никотина. Пацаны, это корвус, блядь. Это самая сильная маящая вещь, которую вообще, сука, пробовал, нахуй. Что-то да. Глаза вот так, нахуй, чуть-чуть ли, блядь, не двоится, нахуй. Ёб твою мать, блядь. Еще воды попить, обезвоживание, блядь, опять очко расслабило, блядь. Расслабляет руки, блядь, мысли. Кессонит, блядь, и расслабляет, блядь, очко, нахуй. И никотин до сих пор, хоть я выплюнул уже, никотин до сих пор у меня блуждает, блядь. Вот чуть-чуть подержал, и уже, блядь, ебаный весь ваш убойнейший репертуар. Никотина, больше в сюсах, никотин, ребят. Это вам будет не то, что предостаточно, и больше, чем предостаточно, блядь. От этого просто, блядь, родите, нахуй. Бля, думал, что не передержу. Все равно передержал. Еще надо было быстрее. Нахуй. Вот вторячок, бля. Я хуй знает, короче говоря, сколько это вторяк, блядь, кидать. Вторяк это можно кидать, блядь, не то, что весь день. Походу, я в неделю буду кидать. Потому что он настолько сильный, бля, 68 грамм, блядь. Закинул. Один и тот же кидать? Долануло, бля. Сразу, бля, токнул, нахуй. И сразу вынул, вторяк заложил. Бля. Опять заложил, бля, буквально на полминуты. Какой на полминуты, блядь? И сразу, нахуй, торкает. Сразу торкает, блядь. Ебать, тут этого количества никотина, что содержится, блядь. В одном пакетике на пакетике. Вообще заебись, блядь, сонит, нахуй. Да, конечно, все опять расслабило, подпереться нахуй. Количество никак... Вообще, вот это как раз, блин, эта песня, она вот посвящена ровно тому самому, как раз о чем Леха снял видос недавно. Вот как раз вот этим чувакам, которые типа, ну, не то, что там сперва то, что, но вот третий куплет, он вот прям идеально описывает некоторых комментаторов под каналом «Звук в руках».
Катина, что в одном пакетике хватит, блин, на 3-4 пакетика, бля, обычного снюса, бля. Пиздец, концентрация, бля. Действительно, никотин охуенной очистки, бля. Потому что сразу, бля, вообще в кровь моментально, сука, впитывается, блядь. Ёбаный рот, бля, нихуя себе, бля. Название однозначно оправдывает себя. Брутал, блядь. Я стал и так брутальнее. Отсек в коробке, чтоб потом второй раз уже пожухлый снюс. Фу, типа изо рта вынул, и потом опять засовываешь рот. Какая же мерзость, блядь, омерзительная, а, пиздец вообще. Как этой хуйней можно? Стал настолько, блядь, брутальным. На самом деле брутальность, блядь, пропадает. Тут уже не до этого. Когда заложил, уже не до брутальности, пиздец, уже не до харизма. Тебя просто расслабляет. И это вот такие ходят, типа, ебать, чуткие пацанчики с нюсом закидываются, блядь. Просто дегенераты ебаные, блядь. Просто, сука, абсосы. Я даже не знаю, то есть, блядь, конечно, такое себе сравнение, но мне кажется, вот челы, которые ширяются, так сказать, ну, что тоже довольно мерзко, и мне просто, ну, даже сам факт омерзителен того, что ты, блядь, сам себе что-то там наставляешь, так сказать, и то, блядь, типа, ну, блядь, фу, вы нахуй одну и ту же хуйню вы засовываете в рот, потом что-то харкаете, блядь, потом... Я по-скорому создал свой канал, теперь мы коллеги с тобой напрямую. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. То есть, насколько омерзительная поебень вообще, ну, типа... Каким надо просто отребьем быть нелепым, чтобы такой хуйней, типа, по такой хуйне угореть? Это ж вообще жесть. Ты, бля, просто нахуй, блядь, просто... Одно дело, ну, там, приколоться, попробовать, другое дело, ну, прям угореть. Блядь, его не только можно передержать и не уследить, для карпакетика, блядь, вынешено. Это, по-моему, здесь закономерно. Ну да, как бы повторно, вот, типа, это... Пиздец. Осторожней, блядь. Кто будет покупать, блядь, Corvus Brutal, а я повторяю, все ссылки, блядь, на этот Corvus, все контакты, блядь, внизу под этим видео, блядь, в описании. Так вот, кто будет закидывать, осторожнее, пацаны, сразу, блядь, приду. И, типа, ну, огромный пласт людей, примерно вот такого, как бы, скажем так, культурного уровня и так далее. То есть, ну, это, типа, ты чё, блядь, нормально, не понимаешь, мне чё-то заебал, нахуй. Слышь ты, блядь, что ты, чё пиздишь, блядь, ты, ёпта, блядь, умный какой, пошёл нахуй, блядь, ёпта, блядь. И то есть это, ну, это огромный, как это, социальный срез, типа, то есть это просто дохуя народу, у них свой интерес, у них свои вот угары, свои приколы, они, блядь, потом послушали «Каспийский груз», то есть для, это для них делается свой какой-то контент, какие-то сериалы. Ну, вообще, я кидаю снюс, но, типа, у меня все цивильно. Ни слюней, пиздец, ни повторных использований. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все понятно, короче. Так вот, блядь, ну я не знаю, это, по-моему, что-то... То есть вот слюни и повторно, это уже вот просто, ну, опуститься надо на дно, мне кажется. Так еще, ну, как-то, ну я не знаю, блядь. Тоже, конечно, не одобряю, но... Ну, еще хоть как-то можно понять. То есть это ж прям... И вот этот социальный срез, я думаю, они даже не смотрят, типа, сериалы а-ля «Реальные пацаны», потому что нахуя, бля, нас Лёха на районе, бля, типа, то же самое. Они как бы... Предупреждаю, бля, что это настолько ядерная вещь, это не только что ядерная. Не верю, блядь, людям и рыбам. Люди не искренние, блядь, рыбы не... Че там, рыбы не близкие. А, люди не близкие, рыбы не искренние. Ультра, гипер, супер. Рыбы, блядь, неискренне. Мега ядерная хуйня, блядь. Не, мне надо что-нибудь, блядь, поменьше, пиздец, нахуй. Мне походу на... Я не знаю, может быть, чуваки просто затроллили вот «Каспийский груз». То есть реально, типа, давай приколимся таким, типа, пацанским голосом под убойный бит просто полную хуйню, блядь, не лютую нести и, типа, распиарим и зайдет там клип с ними. Может, разве так я это могу понять? Не верю, блядь, людям. Либо, ну, то есть, либо реально там какой-то ебать смысл, типа, что рыба это на самом деле там какие-нибудь, типа, воры в законе, блядь, там, такое название у них, да. Ну, что-то, может, раз что так это можно как-то понять. Надо, блядь, пакетик, блядь, один разрывать, нахуй. Я пакетик до этого запаивал, блядь, просто брать обычный какой-то табак, хуярить туда, блядь, и этим пакетиком одним, блядь, разбавлять этот табак, блядь, на 4 пакетика, блядь, с обычным табаком, и уже запаивать, нахуй, утюгом, нахуй, в свои пакетики. Вот тогда это будет снюс для меня, блядь. Эффект гарантирован, блядь. Просто, блядь, берешь одну, блядь, Corvus, блядь, все, нахуй. Все твои бабы, все твои чуваки, знакомцы, знакомые, друганки, блядь, все будут у тебя, блядь, передознуты, нахуй. О, тело идет, ёпта. Здорово, ёп, меня Слава зовут. На самом деле надо было летучим мышам не верить, блядь, а не людям и рыбам, блядь. Привет, меня зовут Таня. Таня, блядь, эх, я ебаться хочу, пошли, я. Ты чё охуел, ёпт, у меня парень есть. Блядь. Ладно, пошли, рядом с тобой. Да, отряды Фреда. Ну ладно. Бля, в жопу сейчас отъебу, нахуй.
сука! Ты, сука, очко-то вот эти расслабь, тварь ебаная, блядь. Ой-ой, ты чё, в жопу-то? Я в жопу вообще не даю. Да вижу, что не даёшь, блядь, очко какое-то, блядь, в притирочку узкое, нахуй. Тварь ёбаная, блядь. Ладно, снюса я дам. На, ебани Корвуса, блядь. Шаланда, блядь. Нахуя у меня? Ебани, ебани. Давай. О. Да, из этого, из его же рта второй повторно. Фу, блядь, обосралась, падла, блядь. Хорошо на меня не попало, блядь. Ну-ка. Пиздец, вот это, блядь, я понимаю, высокое искусство театрально. Просто маэстро Панасенков рукоплещет, блядь. Типа, такой хуйни. О, обосрала. О, нихуя обосралась, заебись. Смазал, блядь. Просто, бля, нахуй, большой театр там. Эти, нахуй. Прям по Станиславскому все отыграно. С гандоном. О, ебать, заеби залетело, блядь. Ну чё, бля, расслабил очко, отснился её. Да у меня все расслабилось. Просралась, тварь, блядь. Пацаны, блядь, видите, у тёлки от Корвуса. Не только тёлку, блядь, расслабило. У неё, блядь, очко, как говорил, блядь, очко расслабило. Все расслабляет. Да и очко, в частности, рекомендую, блядь. А есть тёлка какая-то, не даёт, тварь ёбаная. Или говорит, что в пизду дам, а в жопу нихуя не дам, бля, в жопу мне больно. Прям даёте ей. Да-да-да, Корвус, нахуй, 68 грамм, нахуй. Она вся расслабляется. У неё нет сил сопротивляться, бля, очко. Анус сфинктер, бля, расслабляется, бля. И у тебя. А зачем он тогда нужен, если он расслабляется, сука, бля? Что это, тунец, нахуй? Залетает. Во-первых, зачем нужна тёлка, если, типа, расслабь своего друга и пердоли его. Брат, зачем ты дал мне снюс, брат, чтобы расслабить твой анус, брат? Спасибо, брат. Пожалуйста, брат. Брат, теперь у нас будет брат. Я трахнул твою маму, брат. И так далее. Ёб по полной программе сразу, блядь. Не смей говорить о моей маме плохое, брат. Чё-то какой-то был прикол, что замкнутое колесо, типа, пизделовки, потому что, типа, что-то, типа, ударил сам себя, потому что никто не смеет бить мою мать. Моя мать ударила меня, потому что никто не смеет бить меня. И ударила сама себя, потому что никто не смеет, типа, потом я ее ударил, потому что она не никто не смеет бить мою мать. Что-то такая какая-то хуйня, блядь. А помог нам в этом? Кто, ёб твою мать? Корвус, блядь, брутал, нахуй. Я первый раз слушал фестиваль в метро, и там, блядь, моя рука в твоей жопе, я на весь вагон тупо в хаха. И там еще так пауза. Жопе! Не, в метро охуенно слушать. Поезд убийца, ват, ват, поезд убийца. Следует ват. Платформа. Справа, кровавая расправа. Ой, все расслабило, блядь. Хорошо не просрался, блядь. Я на диете просто сейчас сижу худею, блядь. А так бы точно, блядь, просрался уже. Короче говоря, может быть видно, может быть нет, блядь. Я вспотел, нахуй, весь потный, блядь. От никотина, от этого, блядь, прям вспотел, меня в пот бросил от этого Корвуса, блядь. Потом весь покрылся. Если бы еще чуть-чуть я, сука, передержал, я вовремя, сука, блядь, вынул, нахуй. Это получилось вот и вовремя вынуть, блядь. Поэтому сейчас я еще стою на своих, блядь, ногах, нахуй, блядь. Все расслабляет, блядь. Потеешь, блядь, пот отделения. Все контакты на Корвус Брутал внизу, блядь, в описании под этим, блядь, видео. Самый, блядь, сильный снюс, который я вообще когда-либо пробовал. Будет ли 100 миллиграмм никотина, я не знаю. Но это уже пиздец. Для меня и 55 миллиграмм было пизда, блядь. Это уже, пацаны, не для людей. Это просто, блядь, для слонов. Это, пожалуй, подойдет, блядь, для всех. Если мало никотина в снюсе, блядь, подольше, блядь, держишь, нахуй, блядь, балдеешь. А если много никотина, блядь, в снюсе, как здесь, блядь, в Брутале, блядь, в Корвусе, нахуй, просто берешь, блядь, закидываешься, нахуй, блядь, и вынимаешь, нахуй, через секунд 15, и все, и у тебя уже никотин. Просто этот, блядь, долго держать нихуя не надо. Ну, если, конечно, ты хочешь сильно так ударчик нихуиный, блядь, словить, то, конечно же, это первое средство, пацаны, блядь. Я именно так и думал, что 68 миллиграмм так ебанет, нахуй. Во рту от Корвуса Брутала нет никакого негативного, блядь, привкуса, блядь. Действительно, они молодцы, что ебан. Еще как-то сипеть начал гадко, типа голос сорвал или чё. Ну или воткнули туда, блядь, настоящие листья, перечная мята. Не какой-то там, блядь, искусственный ароматизатор. Во рту нет ощущения, что кошки, блядь, насрали, как от сигарет, блядь. Мятой тащат, блядь. Никто не подумает, что ты вообще, блядь, курил, нахуй. Закинул, ёпта мать, как будто жвачку, сука, хавал. Заебись, блядь. Вовремя вынул. Такой приятный никотиновый передоз у меня сейчас. Даже не передоз уже, блядь, был передоз. Такой никотиновый, такое приятное воздействие до сих пор, блядь, имею. Голова затуманена, немножечко кружится. Весь расслаблен. Хоть сейчас и кофейку до этого, блядь, пизда. Еще нормальный, типа, парень, да, только в свои 20 лет как-то выглядит не очень. Ебанул, нахуй. Вердикт. Корвус Брутал. Высшее качество продукта. Рекомендую ли его я? Да, блядь. Однозначно. А с тобой Дворецко, блядь, подписывайся на мой охуенный канал. А сейчас, блядь, флекс, ёп. Снюс. Ебашим, блядь. Снюс.
Плотину для погубу снюс. Ну, как бы вот, я и говорил, типа, контингент с Моргенштерном. Я ебашу снюс. И чего-то подобного. Снюс. Снюс. Нихуя. Снюс. Бля, так эти снюс. Плотину для погубу снюс. Да я шучу, что ему 20, типа, ну он так... Типа из-за снюса так плохо выглядит. Это шутка. Платину для погубу снюс. Платину для погубу снюс. Я ебашу снюс. С тобой дворец кровляй, завис. Снюс. Снюс. Ты же прикалываюсь, блядь. Снюс. На самом деле хуй знает, он не палит вроде. Снюс. Артист, блядь. Сука, народ. Образование ВТУ имени М.С. Щепкина. Актерский факультет. Кафедра мастерства актера. Может быть, это все была роль? Типа, мы ничего-то не поняли? Пиздец. Он типа... Ну, он профессиональный актер. Блядь. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Блядь. Дворецков родится, если тёлка закинет брутал. Шестьдесят восемь миллиграмм там, наверное. Короче, да всем поебать, ладно, все, я пожилая саранча.